Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. За этот год на нашем сайте появилось очень много новых индикаторов, включая как бесплатные, но при этом довольно эффективные, так и платные, среди которых были абсолютно непригодные для трейдинга индикаторы. Поэтому в данном видео мы подведем итоги года и рассмотрим топ-5 самых прибыльных индикаторов с нашего сайта. О своих самых лучших и прибыльных индикаторах обязательно напишите в комментариях, а мы переходим к нашему рейтингу. И пятое место в рейтинге занимает индикатор MBFX Timing. Данный индикатор для бинарных опционов является осциллятором, с помощью которого можно довольно точно прогнозировать коррекции как по текущему движению, так и против него. Характеристики данного индикатора можно видеть на экране, а правила торговли по нему очень просты. Опционы колл покупаются в тот момент, когда индикатор находится ниже уровня 30, при этом появляется желтая линия и индикатор начинает направляться вверх, и после пересечения зеленой линии данного уровня 30 покупается опцион. Пут-опционы, соответственно, покупаются, когда индикатор находится выше уровня 70, и после появления желтой линии, когда индикатор начинает направляться вниз и пересекает уровень 70, покупается опцион пут. Тестировался данный индикатор в течение месяца по времени с 10 утра и до 6 вечера по Москве. В тестировании использовались часовой, 30-минутный и 15-минутный таймфреймы. И по итогу на часовом таймфрейме было получено 36 сигналов, 23 из которых были закрыты в плюс и 13 в минус, что составляет 63,89% прибыльности. 30-минутный таймфрейм дал 71 сигнал, 44 из которых закрылись в плюс и 27 в минус, что по итогу составило 61,97% прибыльности. И на 15-минутном таймфрейме получилось 132 сигнала, 80 из которых закрылись в плюс и 52 в минус, что по итогу дало прибыльность в размере 60,61%. Четвертое место в нашем рейтинге занимает индикатор для бинарных опционов Golden School Red Line. Данный индикатор является сигнальным и совмещает в себе три стандартных индикатора – скользящие средние, осциллятор скользящих средних и полосы Боллинджера. Характеристики индикатора можно видеть также на экране, а правило торговли заключается в совершении сделок по сигналам. И когда появляется черный крестик, совершается сделка, в зависимости от того, на каком экстремуме появился сигнал. Единственным минусом данного индикатора является то, что сигналы могут появляться с запаздыванием, но это никак не влияет на его эффективность. И после месяца тестирований были получены следующие результаты. Часовой график показал 30 сигналов, 20 из которых были в плюс и 10 в минус, что по итогу составило 66,67% прибыльности. 30-минутный график показал 52 сигнала, 33 из которых закрылись в плюс и 19 в минус, что в итоге составляет 63,46% прибыльности. И 15-минутный график показал больше всего сигналов, и это 85 штук, 52 из которых закрылись в плюс и 33 в минус, что по итогу составило 61,18% прибыльности. Почетное третье место в нашем рейтинге занимает индикатор Red Wave Oscillator. Данный индикатор является довольно сложным и предназначен он для того, чтобы определять дивергенции между третьей и пятой волнами Эллиота, которые не всегда можно увидеть самостоятельно. Характеристики индикатора, а также все, что входит в данный индикатор, можно увидеть на экране, а мы поговорим о правилах. И правила торговли по данному индикатору заключаются в слежении за сигналами, которые говорят о дивергенциях. И если появляется синий кружок, то покупается опцион call, а если появляется красный кружок, то опцион put. Небольшим минусом данного индикатора является то, что сигналы появляются либо в реальном времени, либо их можно увидеть после тестирования в тестере. Так как сигналы по данному индикатору появляются не очень часто, то за месяц тестирования на часовом графике получилось 13 сигналов, 9 из которых закрылись в плюс и 4 в минус, что по итогу дало 69,23% прибыльности. 30-минутный график показал 18 сигналов, 12 из которых закрылись в плюс и 6 в минус, и по итогу получилось 70,59% прибыльности.
и 15-минутный таймфрейм принес 24 сигнала, 17 из которых закрылись в плюс и 7 в минус, что составляет 70,83% прибыльности. На втором месте в нашем рейтинге находится индикатор для бинарных опционов SSS Option. Данный индикатор является информационной панелью, которая обрабатывает большие периоды времени, после чего анализирует закономерности, а также ищет повторяющиеся циклы, используя которые можно с очень большой точностью входить в сделку. Общую информацию об индикаторе можно видеть на экране. А суть данного индикатора сводится к тому, чтобы находить самые долгие серии свечей, которые в течение многих дней закрываются либо вниз, либо вверх. И соответственно данный индикатор позволяет отслеживать такие серии, а чем дольше такая серия, тем больше шанс того, что следующая свеча закроется в противоположную сторону. Более подробную информацию о количестве свечей в серии можно видеть в красной и зеленой таблицах. А самая первая таблица разбита по датам и по времени и показывает, как закрывается свеча в конкретный день и в конкретное время. Также при желании время можно поменять и выбрать из трех предложенных вариантов. Говоря о прибыльности данного индикатора, достигает она 100%. И это вне зависимости от того, какой таймфрейм вы используете. Но стоит понимать, что если сигнал от индикатора принес убыток, то стоит использовать систему Мартингейла с шагом до трех колен. И прибыльности в 100% можно достичь только при использовании долгих серий и системы Мартингейла. И важно использовать для сделок только те серии, в которых было не менее 12 повторений подряд. Несмотря на свою прибыльность, данный индикатор все равно занимает в нашем рейтинге второе место. Но только потому, что при работе с данным индикатором необходимо использовать систему Мартингейла, что является подходом с повышенными рисками. И почетное первое место в нашем рейтинге занимает индикатор для бинарных опционов WinProfit 80. Данный индикатор является сигнальным, а также содержит полезную панель для бинарных опционов. Характеристики индикатора можно также видеть на экране. И возвращаясь к панели индикатора, на ней можно видеть настроение рынка, результаты торговли, а также результативность индикатора на разных таймфреймах. Правила торговли по индикатору WinProfit максимально просты. И опцион колл покупается, когда появляется зеленая стрелочка, направленная вверх. При этом экспирация указывается рядом со стрелочкой. А когда появляется красная стрелочка, направленная вниз, покупается опцион put, также с экспирацией, которая будет указана рядом со стрелочкой. Месяц тестирования индикатора WinProfit показал различные результаты, которые зависят от использованных фильтров. Проводилось тестирование с 10 утра до 6 вечера по Москве. И по итогу были получены такие результаты. И часовой график с фильтром Basic показал 74,15% прибыльности. Фильтр Normal показал 75,45% прибыльности. А фильтр Hard показал 77,18% прибыльности. Получасовой таймфрейм с фильтром Basic показал 71,33% прибыльности. Фильтр Normal показал 73,12% прибыльности. И фильтр Hard показал 75,34% прибыльности. 15-минутный таймфрейм показал с фильтром Basic 70,66% прибыльности. Фильтр Normal показал 70,54% прибыльности. И фильтр Hard показал 74,28% прибыльности. Как по итогу видно, почти все фильтры показывают примерно одинаковую статистику. При этом для оптимальной результативности лучше включать несколько фильтров одновременно, подбирая под каждую валюту оптимальную комбинацию. Также стоит отметить, что если использовать несколько фильтров, то доходность может достигать 85%. Если у вас есть свое мнение или вы не согласны с нашим рейтингом, то обязательно напишите про свои лучшие индикаторы в комментариях. А мы, возможно, в свою очередь рассмотрим их в наших дальнейших видео. А если же данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!